Здорово, ребятушки! С вами я, Антон Чизушкин. Вот такое вот у меня сегодня настроение, вдохновение. Друзья, я выспался впервые за последний месяц. Ставьте лайки. Хе-хе. Друзья, сейчас вы не поверите. Да, потому что я буду врать в наглую и бессовестно. Я сегодня, ну серьезно, да, хотел записать первую серию «Карьеры за летний дождик», но вышел трейлер FM23. Ну как я могу это пропустить, друзья? Давайте вместе смотреть. Итак, Football Manager 2023 Official Trailer. Это оно. Это все здорово, но меня смущают две вещи, да? То, что он выложен на канале eFootballer, а раздел игры вообще FIFA 21. То есть, если два этих игры совместить, получится FM23. Не хотелось бы так думать, но окей, давайте... Нет, это реально оно. Видите, вот, то есть в поиске, как бы, если ввести, как бы на других каналах этого нету, как бы, вот, да. Ну, нету просто. О, какой хороший человек, кстати. Ну, смотрим, то есть, может, они официальный трейлер, написано официальный, как говорится, нет причин не доверять. Так, Кыся, тебе есть 3 года, можешь смотреть. Ну что, дорогие друзья, так, наверное, потише сделаю. Сейчас, наверное, будет просто полный развал кабины. Ух, трейлеры. Смотрим. Стоп. Game footage captured from FM22. То есть это просто записи игрового процесса из FM22? Серьезно? Ну вот, написано же. То есть они просто нарезали какие-то циферки, какие-то буковки и геймплей из FM22. Ой, это я за Депортиво выиграл что-то. Серьезно? Ну, музыка приятная, окей, и что? Просто какие-то ачивки, видимо, из Стима. Кстати, в Стиме игра недоступна будет нам. Ну, вы поняли, о чем я. Как ее достать, я пока не знаю, но разберемся. Игра выйдет 8 ноября. Это уже, как бы, тоже официальная информация. Ровно 2 месяца до нее. Разберемся. Может быть, я поеду в Турцию за игрой. Раньше в Турцию ездили, там покупали шубы, потом перепродавали их тут. А я за игрой поеду. Может быть, будут другие способы. Мне там не объяснили, что какие-то VPN. Ой, это так сложно, друзья. Я, как человек, который даже в Paint не мог нарисовать кружок на информатике, о чем тут вообще говорить? Поражение. Угу. Все-таки это официальный трейлер, да. Не знаю, почему он не на официальном канале. Как бы, ну, вряд ли кто-то стал бы делать такую, так называемую, подделку, да? Сука. Как? Не, ну серьезно, они реально выложили. Ну хотя, с другой стороны, какая разница, какой геймплей, какой части FM 22 или 23, они везде одинаковые. Как бы движок FM не меняется, наверное, уже лет 100. Может быть, наши внуки увидят в FM графон уровня хотя бы PS 2005. Или типа, точнее, PS 5. Или типа того. Но с другой стороны, все мы прекрасно понимаем, что FM — это игра не про графику, да? Хочется более адекватного движка геймплейного, да, друзья? И вы не поверите, но я достал геймплей FM23. Да, мне это стоило тяжелых усилий, но, друзья, ради вас, да я что угодно могу ради вас. Ну, само собой, кроме того, чтобы снять карьеру за летний дождик. Наверное, вы немножко удивлены, да, как бы, не того вы ожидали, но поверьте мне, эта игра, она реально тактическая. Короче, ленивый футбол от Лосяша и Копатыча.
Между Лосяшем и Копатычем, страстным любителем футбола, разгорелся, да короче, вы умеете считать, читать, да и считать, скорее всего, тактика, 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 настрой на победу, друзья, вот он, футбольный менеджер, ленивый, ленивый, мне подходит идеально. И Музон-то какой, Музон, а? Как будто пришел на деревенскую дискотеку, а у тебя из головы вилы торчат. Но тебе пофигу, ты флексишь. И что самое приятное, даже в матче музыка не останавливается. Короче, в чем суть? Мы выбираем футболиста. Футболиста я беру. Честно говоря, я не смотрел ни одной серии смешариков, поэтому я беру, не знаю, это медведь. Пусть будет... Михаил Михайлович. Так, Михаил Михайлович, давай. Нет, Михаил Михайлович не... Так, а что я должен... Так, стоп, а где тактика-то? Слушайте, игра... Тут говорят, FM сложный, но что-то у меня не получается как-то... А, вот, так. Ага, во-во-во. Получай, Нюша! Блин, Нюша неплохо на воротах стоит, лучше, чем любой вратарь в FM. Только я хотел предаться воспоминаниям ностальгическим по поводу Митрюшкина, Пикфорда и прочих ребят из моих карьер. Так сразу! Нюша, ты чё делаешь? Так, я должен мстить. Так, как ходить-то в итоге? А, во-во, всё, я понял. Короче, нужно... Сейчас всё объясню. Сука! Короче, нужно выбрать футболи... Фол! Фол на... Так, опа. Штанга, ребят. Еще две штанги. Так, тут вот реально сейчас сложно будет. Мы сделаем вот так вот. Блин, там просто как... Блин, наверное, вам не особо видно за камерой, но поверьте, там такой замес, ребята, там. Что? Гол! Вот такая вот игра, ребятушки. Пацаны! Я не про Спартак, если что, просто сейчас на улице концерт Рамштайна проходит, не знаю, каким-то образом, каким-то вот чудом. Поэтому плохо сейчас, наверное, меня слышно, но тем не менее, друзья, чуть не забыл. Минутка респекта, во-первых, всем тем, кто досмотрел видео до конца, во-вторых, тем, кто поддержал канал в это непростое и, что называется, безрекламное время. Но тем не менее, друзья, во-первых, большой респект Александру Гришину за косарь. Тысячу тебе респектов. Ты ничего не написал, но просто спасибо. Также большой респект Вену, соточка, Коте на корм. Котя, она спит. Спасибо большое. Друзья, кто хочет попасть сюда, там, приветы, респекты, заказать меня на свадьбу, на другие мероприятия, допустим, там, на школьное чаепитие, информация в закрепе и в описании. Также там ссылка на прошлое видео и на мой Twitch-канал, где я каждый день стримлю. Например, сегодня. Ничего себе, какое совпадение. Поэтому приходите на стрим сегодня, увидимся там, либо в следующем видео. Пока.